О, народ, привет! Добрались до нового отельчика, решили недельку выходную провести в Дубае. Сейчас будем показывать, рассказывать. Пока тут столько вещей нужно вытащить. Ладно, пока отключаюсь, надеваю масочку. Наш друг Сунил не в доумении, что нас не встречает с тележечкой. Вот, Сунила помним, да? По многим видео. Ферма. И я оставлю, конечно, эти видео в описании. Вот наш багажик. Так, Наташа, приподними, пожалуйста, это. Смотрите вообще внимательно, сколько мы набрали вещей на... Это нечто психологическое, да? Все, что было это. Не хотят, да? А вот. Ладно, давай сами сгружаем вещи. Странные люди, конечно. Вот так вот встречают нас в новом отеле. Вот такой новый отельчик у нас, кстати, новый райончик. Покажем, расскажем. Вообще, по идее, должен быть интересен. Сейчас будем смотреть, как мы загружаемся. Thank you, Sunil. Thank you. See you, bye. Все, Sunil с подружкой. Ну, подружка не жена, имеется в виду. Sunil женат. Тут все хорошо. Так, мне интересно вообще, как я это все затащу. Опс. Затаскиваю за Наташей. Hello. Не знаю, кафе Коста вообще замечательно здесь. Что-то не нравится мне, правда, что нас так слабенько встречают. Вот, Наташа все затащила. Но сейчас, в общем, будем это, да, вообще? Как это? Чаевые пролетели. Что-то мы не поняли, да. Чаевые пролетели. Что за фигня, блин? Так, ну ладно. Прямо. О, нет, смотри, мальчик хоботится, все ок. Моя сумочка Burberry, в которой влазит все что угодно. Наташа ее просто не очень любит. Ладно, все, сейчас будем, в общем, базироваться здесь, потом вам расскажем. Смотрите, какая елочка распрекрасная. Уже наши вещички повезли. Так, надо брать. Не, ну реально, мы набрали, как я не знаю, на что. Неважно, все получилось. Все, пошли. Она очень нравится пока. Мы самые шумные здесь, но мне очень нравится. Да, мы самые шумные, но мы же снимаем вам, вот поэтому мы будем шуметь. Hello, how are you? О, тут есть туры и сафари. Hi. No, no, we are local, we are from Alain. Мы местные из Alain. Ой, тапочки, смотри-ка. Yes, we need. We need this, yes, we need this. Все, сейчас будем заезжать. 818 у нас, значит, такие вот лифтики здесь, да? 8-й. Ой-ой-ой, меня-то не забудьте. По-моему, меня забыли. Дайте мне пройти. Ой, я толстый. Я втиснулась, я толстый, ну вот. А, we must put card, yes? That's like this, and then press the button. Как нам это? Нужно карточку, как обычно, и нажимать кнопочку. Вот. Ну, пока мы на самом последнем этаже живем. Да, а на 9-м уже бассейн и зал, как мы тоже его покажем. Украин. But we live in Alain. Before Ukraine, Russia both together, right? Yes. Советский Союз мужик. So is Union. So you are from where? You are from where? Bangladesh. Bangladesh, okay, yeah. Great. Bangladesh is a good relation in Russia, between the Bangladesh and Russia. Good relation. Yeah? Yeah. Что он сказал? Не понял. Чего-то я поняла. Не, ну про границы. Yes. Yeah. Все, давайте идем за мальчиком. Eight. Дайте я пока. Okay. Наташ, ты иди, я аккуратненько покажу, что у нас здесь. Кстати, про отель мы вычитали, Наташа вычитала, что это новый такой вот отель. Отзывы реально классные. И ой-ой-ой, вот они уходят. Сейчас я вам буду рассказывать. С юмором такой. И это совершенно новый, классный застроенный отель. Застроенный отель, что это я морожу. Территория только начинает застраиваться. Отель новенький, смотрим на стены. Вспоминаем видео про отель Radisson Blu, в котором мы были год назад в Абу-Даби. Тоже были там ремонты. Совершенно новая. Наташа очень довольна, она прыгает, вам видно, я не знаю. Вот, этот район только застраивается. Район очень называется Эль-Джадав. Сам отель нам... запах хороший. Наташе нравится, это показатель. Значит, отель называется Дубай Премьер Ин Эль-Джадав. В районе Эль-Джадав. Район только застраивается, он новый. Наташа считает, что вообще это как будущий даунтаун. Давайте открываем, посмотрим. Наташа заходит. А, он же не проедет, а я так думала, что мальчик этот. Не, ну посмотрите, сколько мы вещей набрали на это. Наташа чемодан еле закрылся. А в номере не прохладно, Наташа? Ну, нормально. Просто если что, надо отключить кондиционер, что я очень не люблю.
Он даже мальчику какую-то денежку может дать, не знаю. Ну да, у тебя есть? Ну, сейчас посмотрю. Я сказала, что тапочки нам нужны. Пятерочка есть. 2,7. Ну, как бы, ну, больше доллара. Thank you, brother, it's for you. Thank you. Yeah. Thank you. Enjoy, enjoy. Ага, и винит ты здесь. Типа сказала ему enjoy, типа он дом на это кубит. Вот такой небольшой номер. Yeah, one from the deal. Can you make off? Press the deal, go to the reception. Okay. Can you make off this one, please? I see. Yeah, I see. We dislike, I see. Make it off, please. Off. No, I see. La, I see. Mafi. No, I see? Yeah, no, I see. Вот ненавижу как кондеры. Смотрите, что здесь есть, кстати. Ну, вот бутылочка ими. Да, такой вот. Сейчас мы вам и цену озвучим. And the press? Oh, thank you. This is the press? Thank you, my friend. Finish. Thank you. Смотрите, картина какая красивая. Так, да-да, мы поняли. Спасибо. Как включить, выключить, мы понимаем. Так, дальше, что мы знали, что он без ничего. А помните вид с нашего отеля в Геворе? Ну, здесь мне нравится, виды мне нравятся. Вид симпатичный, приятный. А смотри, как умно сделано. А, вот, сейчас покажу вам, кстати, Наташа вам показывает, что умно сделано. Правда, я не люблю, когда... Что, ну, не фен важно. Такой? Да, смотри, как классно. И фен. Это мой народ, мы очень рады. Пока. Нет, мне место очень нравится. Слушай, ну покажи нам хоть... О, хорошо, что мы вешалки взяли. А тут вешалок вообще есть, нет? Есть, а есть. С той стороны. Так, а ну, отдерни, что там. Я, кажется, уже стукнула с рюкзаком. Ну, номер небольшой, но в принципе... Не, ну мы знали, люди пишут, что номер небольшой. Так, сейчас я отхожу и прохожу в ванную, чтобы саму показать. А сейф есть, сейфом сейф сейчас разберемся. Здесь. Вот место для чемоданчиков, я люблю говорить, для удара головой. Вот заходим в ванную. Привет. А что-то ванной нету, этого ничего не поняла. А где все принадлежности? Так вот. Это все? А, что-то очень, да. Упс. А вот это как же шампунь, да, с собой взять 2 литра? Наташа-то с собой шампунь взяла, но вот какой-то, ну, блин, маловато. Ну, хоть бумага туалетная есть. Ну, посмотрим еще. Вот а это. Что это? А, наверное, это да, и хейр, и боди, короче. И лоушен, здесь, да, и лоушен, да, то есть все вот это. А смотри, какая это. Душик вот неплохой. Сантехника симпатичная. Так. Видно, что очень новая. Сантехника вот такой. О, Хансгроф, или как ты любишь эту вот сантехнику? Хансгроя, да, это хорошая. Наташа, это хорошая сантехника. Значит, номер вот такой. Нужно вот. Брать. Слушайте, ну нормально, как вам, я не знаю. А нам нравится пока. Сразу озвучу цену. $100 за двоих с завтраками за одни сутки. Но это нормально, потому что мы пытались в нашу Гевору поехать, там уже больше 200. А мы платили 80, когда мы первый раз были. 80 на двоих было за сутки с завтраком, а сейчас больше 200. Но это очень дорого. Вот, сейчас отдохнем чуть-чуть и вот... А можно ты еще скажи, что ты попросила, извиняюсь, что я в маске в этом, номер для некурящих? Да. Это надо просить обязательно, потому что в... Да, я попросила, да, номер для некурящих, потому что люди, говорит, пахнут плохо и... Люди пахнут! Да, и очень вот было некомфортно. И у меня как бы аллергенно на запахи такие, мне не нравится, вы же знаете. Я не люблю, когда на меня брызгают вообще, я не люблю, когда пахнет сигаретами. Ну, так что, народ, вот такой номер, пишите, как вам. Мы потом еще выйдем, покажем всю инфраструктуру, пока отдохнем. А я еще хочу сказать. А вы знаете, что на зиму они окна открывают? Когда жаркий период, они окна физически закрывают, нельзя открыть. Почему? Потому что, когда открывается, нам объяснили окно, настолько жара с улицы, что срабатывает система. Система, и может залить водой все ваши ноутбуки, телефоны, если вы вышли или если вы спите. Еще представляете такой подъем? Так, ладно, разбираем вещи, потом идем покажем вам отель снаружи и еще бассейн, зал покажем. Будет интересно, сравним с Геворой. Вот, искали с Наташей, как выдавить эту штучку. Смотрите, это просто, блин, ну написано, что типа мы уже и давили, и били, и не знаю. И с той стороны я стукнула, сверху сбросила ее. Там просто нажать нужно, написано сквиз, джентли. Просто нажимаете, как ремчик. Вот, вот так вот. Нажмите нежно, да. А вы давили и били. Да, мы давили, били, короче, это интересно было. Вот и такая же висит там. Вот, кстати, не было одного полотенца для рук, попросили, сейчас принесут, но пока попользуемся таким. И а есть... ты скажи, что тапочки 5 дирхам, да, если ты хочешь. Тапочки сам, вот, так что мы решили не заказывать, мы взяли из Геворы тогда. А в Геворе мы какие-то другие уже использовали, тоже мы всегда с собой берем тапки, которые иди нам сюда дают в отелях, и мы их как бы, ну, возим с собой. Иди сюда, я покажу. О, давай, сюрприз. Наташа покажет. Сюрприз. Это я уже обратила внимание. Кстати, очень удобно, что есть водичка. Это приветственная водичка. Это прикольно. Ну, кофе такое, вот, знаете, чай. Ну, слава богу, что есть. Но этот... От этого кофе может живот разболеться. Смотри, как темно, да? Да, темно. Оп.
Обычно так вот вещи. Такая мы вот... тоже, кстати, заморочились. Да, вешалки есть такой вот. Здесь все это мы показывали уже. Мусорочка есть. О, подожди, холодильник мы не показывали. Боже мой. Чистенький холодильник. Ну, пустой. Ай, не могу открыть. Ну, что ж такое? А, вот, да, чистенький, нормальный холодильник, пустой. Говорили, что вроде не холодит, но посмотрим. Ну, плохо холодит, посмотрим. В принципе, во всех же эти холодильники такие тоже мы в Турции открывали, ставили. Он не морозит, он охлаждает, но охлаждает чуть-чуть. Давайте полюбуемся на вид из окошка. Наташа уже приоткрыла, видите? Помните, в одном из видео Radisson Blu, когда мы в октябре были прошлого года, не в зимние каникулы, а в октябре, вот не открывалось. Наташа очень переживала, хотелось воздуха. Вон небоскребы видно красиво. Здесь вот тоже хорошие такие панорамные виды для отеля «Троечки». А что это за троечка? Отель вот этот? По-моему, это наш же отель. Нет, господи, это подороже что-то. Просто вот такие вот штучки, сейчас я вам покажу. У нас тоже они есть, здесь я перепутала. Не наш отель, конечно, это для проветривания. То есть вы садитесь, и вас там сквозит красиво так. Ну, вот эти вот. Это ветровые башни называются. Да, ветровые башни. У нас же тоже отель в таком стиле. Да, у нас тоже отель в таком стиле, поэтому подумают половина нашего отеля. Что-то я совсем уже. Так что вот такие вот дела. А ты заметила еще освещение? Освещение, я сейчас посмотрю, да. Ага, вот такой вот в тоне, таком фиолетовом, прикольно. А где же метро, с какой стороны, справа? Метро мы выйдем, покажем. Главное, что снова-таки, конечно, мы выбрали отель возле метро, чтобы было удобно передвигаться, не платить за такси. И покажем, где магазинчики рядом. Тоже удобно, чтобы были магазинчики, купить там водички, круассанчиков, такое, поесть, попить фруктиков. Ну, можно купить в центре, но тащить же надо, понимаете. Уже... Ты обратила внимание, что окна-то чистые? Да, кстати, это, кстати, это очень важно. Это очень важно. Это очень важно. Не, ну красивый. Так что здания. Отельчик пока рекомендуем, пока нравится. Сейчас вообще принесут полотенце, вообще заживем второе для рук. Ну и выйдем вам покажем опять-таки, как сам отель выглядит, как он высокий какой, невысокий. 9 этажей, нормально, в принципе. И покажем бассейн, зал, там, в общем, все, что есть, прогуляемся. Блукаем тут с Наташей. Hello. Hello. How are you? How are you? You'll be a new one. ищем выход. Народ, туда пойдешь. Sorry, where the exit? Where is elevator? Elevator? Yeah, there straight. Okay, thank you. Такой... Ребят, потерялись мы. Потерялись в отеле. Хотели выйти. А, окей. Такая приятная. Приличная, прекрасная. What is your name? My name is Chansey. Chansey, nice yes. to meet you, Chansey. Nice прекрасная. To meet you too. Ага, go just, straight. Just go straight on your right. Ага, oh, thank you, you'll try to find. Наташу потеряла. Thank you. Наташа. Это мы так ходим, по-моему, играем здесь в отеле. Слышите, огромнючий отель. На, приспущу пока масочку. Огромнючий отель, заблудились уже. Не, ну я так не играю. Вот теперь смотрите, сюда или сюда. Наташ, типа прячешься? А, вон она, по-моему. Наташ! А. Сейчас, по-моему, нам по голове надают здесь. Мы в отеле ищем, как выйти, реально сейчас. А рука бешеная. Правда, 3 часа дня, люди вряд ли спят. Разве что маленькие дети, а вон Наташа уже. Посмотрите, какой он. Что там? Не квадратный, четырех... Все правильно, четырехугольник, квадратный. Я познакомилась с нашей прекрасной уборщицей Чанди. Про нее, по-моему, писали комменты. Прекрасно. Да. Я насчитала, 847, но там 850, то есть 50 номеров, а здесь еще... То есть номеров очень много. Тут 800 чем-то ты сказала. Что? Такая милая женщина сказала, как выйти. О, а вот эти. Да, такой мы с другой стороны, по идее, должны были обходить. 853 номера на этаже. Ага, ну все, отличненько. 5 и 8, 400 номеров. Ну, так хорошо, давай садимся в лифт и поедем сейчас. Давай, ну, сделано красиво, да. Да. Под старину, давнину и, короче, поедем сейчас. О, приедем. Поедем. Наверх, а ну что? А что, мы не зайдем? А может быть вниз поедем. Заходим сейчас. Как вы думаете, мы поедем? А куда? Где? На 9 нам, наверное. А где? А R что такое? Так, ну куда поедем, туда поедем. Что-то у нас угадайки. Помните, классический отель, мы тоже в угадайки играли. Мы стоим сейчас.
Не люблю я это, у меня клаустрофобия, я вообще с детства в лифтах не катаюсь. Вот поэтому, в общем, как доедем. Поехали. Это вам выход... То есть все-таки надо, даже если ты уже в отеле, щелкать карточку. Почему R, а не U9? Не могу... Я не знаю, пошли сюда. Так, вот, бассейн. Бассейн туда-то. Ой, класс, посмотри. Вид хоть какая-то седьмая сцена, что-то H7. Рамадан Карим. Нет, это имя ребенка. Праздники. А, господи, кто рисовал, блин, и сколько лет? Да. Это я тормоз, блин. Дух Рамадана, видишь? Ага. Как ну, Рамадан, так через полгода где-то примерно. Слушай, здесь купить что-то можно. Давайте посмотрим цены. О, цены вообще достойные. Чипсы 2 дирхама. Слушай, вообще классные. Сникерс 4, так он, по-моему, 3,50 стоит. Водичка 2, ну нормально. Так, ну идем. Здесь что у нас? Зал. Давай зал сначала. Пай, зал и бассейн тоже сюда. Короче, все сюда. Угу. Картины всякие. Идем с нами, в общем, посмотрим. Картина как кто-то чихнул. В общем, что ожидаем от бассейна? Интересно. Ну, какие-то виды интересные там просто. Ну, на картинке мы видели, но, честно, не всегда картинки совпадают. Бывает нарисована ляля, а на самом деле фигня. Ага. Наташ, давай, открывай, заходи. Я уже вижу бассейн. Ага, это не здесь. Опа, и не зашли, правильно, значит, там показано было в другую сторону, с 8 до 8. Странно. Ничего не понятно. Ну, где выглядит? О, зал. Зал тоже закрыт, что за фигня. А там много классно? О, классно. Ну, давайте посмотрим. Сейчас я буду много говорить. Да. Сейчас быстро посмотрю, посмотрим зал, неплохой такой, маленький зал. Давай, наверное... Не будем посмотри. Мешать людям. А? Смотри, да? Утяжелители, все эти штучки есть. Просто музыка играет. Не хочу, чтобы нас заблокировали, если что. Зал, в общем, народ нормальный. Вышли мы из зала. Оказывается, карточку нужно было сюда приложить. Тогда мы зашли. Но там вроде карточки в бассейн нет. Но когда мы из лифта выходили, было вправо. Меня еще удивило, что тут написано «зал туда-то». Ну, правильно, чтобы не сталкивались люди. Сказала, картинка, плевок такой. Не знаю. Я вообще в искусстве плохо понимаю. Видео вроде неплохие мы снимали, когда мы попали на выставку абстракций в Абу-Даби местного художника, было круто. Мы даже много комментов написали, что интересная выставка. И там же история про Махиру была, помните, страшилка? Оставлю видео в описании, посмотрите. До сих пор мне Махира иногда вот видится по ночам. Так, ну, я так понимаю, просто другая часть параллельно. С другой такой картиной, полотном. О, мне нужно как-то выйти, смотри, там... Сейчас, подожди, я только показывала, что... А, некие диванчики какие-то. Ну, наверное, да, какая-то, может, кафешечка. Так, ну что, ага. Как в «Матрице» следует за белым кроликом. Ага, ага, ага. Раздевалка, посмотри, что там никого не было. Тогда снимем. Так, ну давайте с Наташей. Боже, какая дверь тяжелая, просто очень дубовая. Ну вот шкафчики, такая себе раздевалочка. Ну, смотри, сушилка для рук. А, удобно для инвалидов, туалетик, сушилка для рук, полотенечко. А там что? Душ. Ага, один душ, всего лишь один, кстати, один туалет, один для инвалидов. Ну, так скажу, маловастенько, раздевалочка такая. Ну как, уже клиенты отеля приходят, уже, наверное, кстати, халатов нету. Да. Кстати, ну так как мы выяснили, что у нас тут шапочки по 5 дирхам, извините, и нету этих тапочек, тапочки по 5 дирхам, шапочек вообще нету. Ну как бы, отель троечка, что вы хотели, сравнить с Гевором, Рэдисоном Блю, а другое дело. Меня задуло, ой, аваю, виды хорошие, вот мальчик здесь сидит, смотрите, какие вот седлушечки. Ну что, симпатично, симпатично. Шикарно. Ой, классно вообще. Вот виды. Не, народ, шикарно. Вау. Вау, нет, здорово. Боже, никого нет. Посмотрите, вот это красота. Народ. Вот это класс. Вот это водичка. Даша, можешь потрогать водичку? Бассейн, такой интересный. Теплая. Теплая, красотища. Ну вот, ребята, и видик. Ну, неплохо. Как мы уже рассказывали, район строится. Сейчас увеличу. Так, ох, кстати, ветер, слушай, такой вот
Чуть-чуть дует. Сильный ветер. А вот и заливчик. Надеюсь, погуляем там. Боже, как шикарно. Подожди, а получается у нас окна, наверное, туда выходят? Наверное. А ну дай. Давай, сейчас подожди, я еще покажу здесь. И пойдем вот сюда вот смотреть. Помните, вам рассказывали, что это такое? Ветряные башни. Да, ветряные башни, где ты садишься и идет проветривание, потому что жарко очень. То есть летом это классно. И в каждом уголочке есть такое креслице. Ну и зимой сейчас тоже тепло, вы знаете, зима, тепло. Вот один мальчик-спасатель. Странно, что никого нет. Просто в отзывах за март, по-моему, за апрель говорилось, что нужно букать время, что, мол, не хватает всяких сидений, или из-за этого всего, что происходит в мире, нужно время букать, ну, бронировать. Мы спросили, на рецепции нет, не надо. Давайте сейчас покажем. Смотри, как удобно в угол. Ой. Я знаю, что увидела. Идем, я тебе покажу. Давай. И людям тоже. Идем. Это не наша станция метро. Ага, мы, кстати, на новой станции метро Эль-Джедаф и еще станция метро Крик есть. А теперь на нее посмотри и увеличь. Мост обрывается. Это вот как раз и Крик, наверное. Мост обрывается? Конечно, вон белый, посмотри, вон станция сама, да. Золотая, ну, как бы стеклянная. Как то метро. Есть ты думаешь, это Крик? Это и есть Крик. Ага, наша станция, значит, по другой стороне, наверное. Слушай, ну вообще, как отель, очень нравится пока, да? Да, ну... Сейчас мы еще выйдем, снимем его вам с снаружи, как он выглядит. Еще полотенечки есть, кстати, Наташа, обрати внимание, мы беспокоились, полотенечки есть. Полотенце есть, я же тебе сказала, когда мы заходили, мы, наверное... Ой, какая, посмотрите, отражение какое, ну красиво. Я хочу сказать, я читала, когда отзывы об этом отеле год назад писали, что очень стройки идут, все, но для Дубая это стройки нормально. Год назад, это ни о чем не говорит через год. И сейчас оно действительно видно еще, что как бы не так много зелени, но тем не менее это не то, что было там стройки, люди шумно могло быть, а то когда днем идет стройка. Сейчас здесь вечером полежать, кстати, да? Ну, вот наш отель уже... Егор, оставлю ссылочку, посмотрите. Отель, самый высокий отель в мире, тоже в Дубае находится. И оставлю также ссылочку на Radisson Blu, тоже посмотрите. А сейчас мы просто пройдемся и покажем еще, как отель сам выглядит. Вот эти люди уже пришли. Одеваем маски и все, уходим. Ну, мы не можем отсюда уйти и не попробовать, как сюда лечь. На самом деле это пластик такой, да, я тебя потрогаю, да, пластик. Но, ну, не прохладный, но как-то странно выглядит. А ну, давай, Наташ. Как там, ты устроишься и что? А ну? Ну, не знаю. Удобно? Ну, как-то не Не очень, да? Наташа говорит, не очень, нужно привыкнуть. Только с пряными коктейлями соглашается. Ну ладно, все равно, классно, комфортно. Вот немножко люди пришли, но никто никому не мешает. Конечно, в заплыв тут не уйдешь, но немножечко отдохнуть, прорелаксировать можно. Вот Наташа здесь спит практически, только ногами машет, думает, что я этого не вижу. Сказала, я посплю. Вот уже люди подошли, кстати. Все уже нормальненькая такая тусня пошла, можно так сказать. Все хорошо, не скучно. Вот за окном строечка, да, но абсолютно не мешает. Люди писали, что стройка... Сейчас тоже прилягу. Люди писали, что за окном стройка, но не мешает, не жужжит. То есть это самое важное, потому что если бы строечка мешала, конечно, это не отдых. Но с другой стороны, в Дубае же половину отдыха в отеле, а половину отдыха ты гуляешь на экскурсиях. Так что подписывайтесь, много всего покажем. Уже вниз спустились. Наташа орхидейки увидела. Не настоящие, не? Кстати, смотри, как красиво сделано в разных формах люстрочки. А вот портреты шейхов. Слева шейха Абу-Даби, нынешнего президента страны. Справа шейха Мохаммеда, вице-президента и президента Дубая. То есть классно. Вот, шейх Халиф Эль-Нахаян, да, подписаны. И шейх Мохаммед Эль-Мактум. Потому что действительно много блогеров заходят такие, о, что за чуваки висят, да, там. Мы такие, боже, ребята, лучше не комментируйте. А вот, кстати, смотрите, снова какие-то аутентичные лампочки. Красиво. Часы. Сейчас, подожди, Наташа, хочу. Часы Нью-Йорк, Лондон, Дубай, Нью-Дели. О, классно.
Это тебе елочка. Ага, смотри, флаг Индии, Шотландии. Где Шотландия? Ну вот, Шотландия. Да, Шотландии. А это Австралии. Ливан. Не знаю, наверное, Ливана. Ну, конечно, Англия, Эмирата самый главный. Кстати, вот кафе Коста, а почему тут это? Ой, идем, пройдем, посмотрим. Людей это смущать не будем, но покажем им цены. Кстати, ты хотела кофе Коста, Наташа. Он здесь продается, посмотри, почем. Мы хотели, может, пару стиков возьмем. Ой, какие снеговички страшные, смотри. А почем вообще? Цены вообще есть? Да, снеговички 17. 17 дирхам, дальше? Бербери маффин 15.75. Бутербродики почем? 22.25. Какие полосатики смешные. А тут что? Бутерброд с сыром и томатом. А вот этот один остался с, значит, с ветчиной, с индюшечей сыром и с курицей. А вот что-то такое вкусное, что это такое вот спайси микс. Что-то такое вот смиксованное, острое, 24 дирхама. Фруктовый салат 19. Ну, такое здесь все уже 15.75, а какой-то банановый хлеб 10.50. Ну, тоже прилично. А это вот по 5 дирхамчиков такие штучки. Это, думаю, это вкусное будет. Кстати, люблю круассаны, они здесь сколько? От 10.50 до 13. А, 13 это булочка шоколадная. О, какие макароны. Печенюшки прикольные, да. Сколько они стоят? 2 за 10. 2 за 10. 10 это 2,7 долларов. Ну, прилично, так и нормально вообще. Водичка дальше есть. Это сок. Да, апельсиновый сок, свежевыжатый. 13.19 в зависимости от бутылочки. А кофе почем, Наташ? А подожди, я увеличу сейчас. Опа, проще. А зачем ты мигнула в камеру? Спасибо большое, конечно. Зачем? Я хочу машинку показать. Вот это вот. Красиво как. А, здесь было только что. Значит, почем цены? Значит, от 23 до 27, да? Нет, даже вот за 17 есть. От 17 до 27. Чай 14. Чай латте 18. Маленький, большой 22. Горячий шоколад 20 до 23. Ну, какие-то фирменные, типа. How are you? А давай просто. Ну, жду, где-то от 16 до 27, я сказала, да? Ну, да, от 18. Вот. Ну, вот смотри, эспрессо 12.50 даже, да, есть. Ну, так это. И что самое дорогое, 27, вот, 27 я вижу, вот 27. А вот это вот в упаковке. А вот, смотри, вот, вот они. Ну да, так, а что, здесь? Посмотри, сколько упаковка стоит. Вот такое вот точно должно быть. 35? 35? 35? А это? А здесь? Ну, прикольное Коста кафе, кстати, рекомендуем заходить, если есть такая денежка. 25 такой стоит? Да. Так это дороже в магазине. Смотрите, вот, а в магазине дешевле, кстати. Так что выйдем в магазин, купим себе кофе в магазине, если на нас будет. Thank you. Все, идем, выйдем из отеля и покажем, как оно выглядит, отель на самом деле. How are you, my friend? Мальчик, который нам привозил наши вещи. Так, ну вот. Выходим мы из отеля. Здесь, как обычно, заезд, стояночка. О, приспущу масочку. Вот мальчик из Талабата ждет нам. Кстати, предупредили, что если будете заказывать, можно, только вы выходите и еду забираете. Так что еду заказывать в номер можно и нужно. Это будет дешевле и это будет вкусно. Ага, вот, вот, кстати, вот это окна выходят наши вот сюда вот. Два отеля. Это Хилтон, ты говоришь, Наташа? Не знаю, вот они что-то снимают. Похож на Хилтона. О, таксишка нам пикает. Не, не надо, спасибо, дорогой. Мы хотим просто вам показать отель. Такси тут постоянно ездят. Мистер. Ну, тоже приличный такой. Пабы Китчен. Да, я думаю, что это у нас как это, как кухня. А, вон, на втором этаже. Или это первый этаж? Дай-ка я уменьшу. Вот там, наверное, у нас будут завтраки, я так понимаю. Да, кафе Коста, кстати. Кафе Коста это прилично. Люди говорят, что если есть кафе Коста, значит, типа, это уровень. Нет, это, знаете, уровень. Для меня удивительно, что в отеле, именно в отеле расположено кафе. Я, ну, как бы, не то, что кафетерий там при отеле, а именно брендированная Коста. Ну, не зря бы Коста было в отеле, ну, честно. Ну, да. Коста выбрал лучшие отели, мы там тоже, надеюсь. Там так уютненько, очень мне понравилось. Так, я думаю, что добавлю.
Да, мы сейчас просто перейдем дорогу. Аж держи меня тут. Я подлетаю с камерой часто. Ну вот смотрите. А мы сейчас узнаем, они куда нам можно идти. Они там что-то облагораживают, ребята. А вот Hilton Garden Inn. Hilton Garden Inn. Подожди, дай-ка я переведу на взгляд снова, чтобы мы показали отель уже. А за рядом с нами что за пустыня? Вот Premier Inn. Наш отель, и вот рядом с нами такой отель тоже красивый, напоминает индийские тона. Мы были в индийском городе, да, напоминает индийский красота, храм какой-то. Да, я увеличу просто, что мы так удивляемся такой красоте. Ну, это все-таки арабский стиль, это не индийский. Хотя арабские, индийские, они не все-таки знаю, арабы брали. Посмотрите, красиво как. Надо пойти посмотреть что-то. И вон магазинчик. Песочная пироженка. Вон, а, вот прямо сразу магазин. А люди писали идти 10-15 минут. Это сколько же времени прошло? Полгода назад. Ага, да. А сейчас еще раз наш. А ты видела, что у нас там луна и звездочки? Какая прелесть. Подожди, луна и три звезды? Да. Прикольно сделано. И три звезды — это как троечка. Наш отель — троечка. Да. Ну, тапочек нет. Да, на самом деле такое вообще. Ну, народ, на самом деле отель нам пока нравится, да, все классно. Мы вам показали такой новый отель три звезды. Контингент мы еще не показали, не весь, наверное. Контингент, вы знаете, такой мужчины бизнес. Да, в это вот костюмах, да, сейчас сидели молодые люди, такое прямо, как, мягко скажем, или грубо, золотая молодежь. Да, вот, ну, да, в бассейне мы видели такие бассейн. Ребята не бедные здесь. И это действительно новый, это троечка. Еще раз скажу название: Premier Inn Dubai El Jadav. И напишу его обязательно. Классно. В общем, как по цене, вообще классно. Видите, я стою, смотрю. Да. Мы просто так немножко, ну, немножко удивлены. Мы вообще живем, да, в Эмиратах 7 лет, наши 6. И Дубай все еще удивляет. Все еще можно найти классный новый отель троечку по хорошим деньгам. Постоянно строится. А вот дальше отель вообще, конечно, еще, наверное, дороже. Но здесь сейчас дело, покажу. Тут именно дело в стиле. Приблизи. Видите, отель подальше, да, сейчас. Он тоже в арабском приближу стиле. Посмотри, вот это ветровая башня, узоры, но это уже что-то, видишь, стекло, сколько много используют. Классно. То есть весь район сделан так рационально. Ой, как классно. Люблю, когда люди работают, а мы путешествуем. В общем, народ, такое видео сегодня было про наш отель. Пока мы только начинаем наше исследование в районе Эль-Джадав. Да, Эль-Джадав, да, пусть им кажется. Чтобы вы не забыли наши лица, но вы знаете, себе штрафы за масочку. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь. Будем показывать, рассказывать. Всем пока!